Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам потрясающий автомобиль. Это Range Rover Sport 2017 года выпуска. Стоимость начинается с отметки 4 695 тысяч рублей. Стоимость представленного экземпляра с опциями. В качестве опции выступает система Меридиан, подножки и еще другие элементы интерьера и экстерьера. Стоимость представленного автомобиля 6 200 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Jaguar Land Rover за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля. Вот такие ключи. Кстати, металлическая вставка, закрыть-открыть, открытие багажника, электропривод, кнопка поиска автомобиля и приветственный свет. Установлен предпусковой обогреватель. 3 литра дизель 249 лошадиных сил. Огромный крутящий момент. Прекрасная топливная экономичность и хорошая тяга. Как видите, подножки. Выезжает система доступа без ключа. Здесь также установлена. Такие шикарные подножки с надписью Range Rover. Алюминиевые накладки на порогах с ярко-синей подсветкой. Перфорированная кожа. Как видите, двухцветный салон. Все просто замечательно. Пробег 3065 километров. Четырехспицевый у нас кожаный мультируль. Перфорированные вставки. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и затем один раз на эту кнопку. Все очень просто. Здесь установлен электроусилитель руля, притом он с переменным усилием. Легкий руль. Приятно управлять, действительно приятно управлять автомобилем. Гудок очень громкий, рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Притом диапазон регулировок очень широкий, удобное положение вы сразу для себя подберете, это не составит труда. Здесь установлен датчик света, датчик дождя. Сейчас давайте включим фары, противотуманные фонари, дальний свет фар и, как обычно, аварийная сигнализация. Электрорегулируемые зеркала с подогревом, притом они огромные, все зоны отлично просматриваются. Система мониторинга слепых зон, электропривод складывания, необходимо одновременно нажать на эти кнопки. Так, все складывается, двойные стекла установлены, естественно, здесь стекла полностью автоматические, в одно касание опускаются, поднимаются задние стекла, они у нас опускаются до конца, практически до конца. Блокировка стекол, центральный замок. Три позиции памяти на рулевую колонку и непосредственно на сиденье. Все очень просто. Металлические ручки. У этого автомобиля прекрасная шумоизоляция. Чтобы открыть капот, вот здесь находится рычаг. Теперь давайте детально рассмотрим экстерьер этого автомобиля. Алюминиевый кузов. Как видите, здесь такая табличка. На 300 килограмм автомобиль похудел. Алюминиевый кузов, это, конечно, хорошо. Он не гниет. Легкий крылатый металл. Но минус, если вы, не дай бог, попадете в ДТП, к сожалению, восстанавливать проблематично и дороговато. Диодные фонари у нас. Сейчас, пока я добирался до места съемки, испачкал автомобиль. Это неизбежно. Попал дождь, как видите. Антенна аудиосистемы в виде акулевого плавника, как видите. Спойлер. Вот сюда у нас спрятался задний дворник. Диодный стоп-сигнал, диодная подсветка номерных знаков, конечно же. Камера заднего вида, раздвоенный выхлоп у нас. Дизель прекрасно работает. Задние датчики парковки, такая вставка. Там у нас спрятана проушина для буксировки. Вообще угол въезда, съезда, рампа у этого автомобиля просто прекрасный. Коэффициент аэродинамического сопротивления хорошо продуман. Диски многоспицевые из легкого сплава, 20 дюймов, размерный шин 255 на 55. Шикарная пневмоподвеска установлена здесь. Диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Очень яркие, шумоизолирующее ветровое стекло и боковые стекла. Черная крыша, видите, стойки. Гарантия на этот автомобиль 3 года без ограничения пробега. И, соответственно, 6 лет без ограничения пробега на кузов. Вот у нас здесь такие аккуратные вставки. Надпись Range Rover. Замечательно. Кстати, управление у этого автомобиля просто прекрасное. ВИН-номер. Он здесь находится в
таком плане прекрасное управление. Несмотря на то, что автомобиль громоздкий, управление как у легковушки, габариты сразу чувствуешь, есть камера переднего вида, биксеноновые адаптивные фары, светодиодные дневные ходовые огни, омыватели фар, диодные противотуманки. Полностью алюминиевая у нас подвеска. Что касается технической составляющей, то действительно дизельный двигатель с турбонаддувом, четырехклапанный, система питания двигателя непосредственно впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-5. Расположение двигателя переднее продольное. Рабочий объем 3 литра, мощность 249 лошадиных сил, крутящий момент 600 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 210 км в час, разгон от 0 до 100 км в час за 7,6, расход топлива в городском цикле это 9,8 на 100 км пути и в загородном цикле 6,7. Длина данного автомобиля составляет 4850 мм, ширина 1983 мм, высота 1780 мм, колесная база 2923 мм. Объем багажного отделения составляет 489 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1761 литр. Объем топливного бака составляет 77 литров. Снаряженная масса данного внедорожника составляет 2115 кг, полная масса 2755 кг. Тип передней подвески независимая, пневмоэлемент, многорычажная со стабилизатором перечной устойчивости. И тип задней подвески также независимая, пневмоэлемент, многорычажная. Передние тормоза дисковые и вентилируемые, задние тормоза также дисковые и вентилируемые. В качестве опции можно установить систему распознавания дорожных знаков и интеллектуальный ограничитель скорости, проекционный дисплей на лобовое стекло, возможна установка системы камер кругового обзора, а также системы контроля слепых зон и обнаружения автомобилей слева-справа при движении задним ходом. Имеется система автономного экстренного торможения, а также адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении в плотном потоке, системы интеллектуального экстренного торможения. Очень полезная система удержания полосы движения и контроля степени усталости водителя. Какие системы предлагаются при буксировке? Это система помощи при движении задним ходом с прицепом, улучшенная система помощи при движении задним ходом с прицепом, система стабилизации прицепа, складывающееся буксировочное устройство с электроприводом, система помощи при присоединении прицепа. Что касается комфорта, то возможно заказать сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения, доводчики дверей, развлекательную систему для задних пассажиров и систему автоматической регулировки высоты подвески. Дорожный просвет, высота для бездорожья 278 мм, стандартная высота подвески 213 мм. Максимальная глубина преодолеваемого брода 850 мм. Угол въезда составляет 33 градуса, угол продольной проходимости 27 градусов и угол съезда 31 градус. Гарантия на автомобиль 3 года без ограничения пробега. Гарантия на лакокрасочное покрытие 3 года без ограничения пробега. Гарантия защиты от сквозной коррозии 6 лет без ограничения пробега. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Двери массивные, мощные. Подножки. Еще раз я вам продемонстрирую. Сейчас нужно немножко подождать. Хопа. Открываем. Они мгновенно, услужливо выдвигаются. Двухцветный салон, деревянные вставки, аудиосистема премиум класс. Как я уже говорил, Меридиан. Установлено 22 динамика плюс сабвуфер 1700 ватт. И есть еще Меридиан 18 динамиков 825. Здесь также динамики аудиосистемы. Вещевой бокс, он обит тканью. Здесь у нас рекомендации по давлению в шинах.
алюминиевые накладки, множество электрорегулировок водительского сиденья, очень удобное кресло с перфорацией, имеется подогрев и вентиляция, педальный узел, регулирование яркости подсветки приборов, открывание багажника, электропривод установлен. Теперь я предлагаю послушать звучание силового агрегата. Как звучит? Сочный, насыщенный рык. Еще нужно поискать. Притом, знаете, даже не скажешь, что это дизель. Как минимум, наверное, компрессор. Не знаю, 340-380 кобыл. 510 есть 5-литровый и 550 СВР. Прекрасно. Все приборы легко считывать. Управление светом и поворотниками. Здесь у нас клавиши, бортовой компьютер. Различная информация предоставляется вам. Здесь, я думаю, все понятно. Управление стеклоочистителями, в том числе задним, управление для, соответственно, вот этого дисплея, голосовые команды, различные режимы, управление для телефона, кнопка активации, соответственно, для подогрева руля, круиз-контроль. Здесь давайте немножко просмотрим. Функции вождения имеются, как видите, предупреждение, система контроля мертвых зон, система обнаружения транспортного средства сзади, управление дальним светом, маршрутный компьютер, настройки автомобиля. Есть все от А до Я. Шикарная обзорность, высокая посадка. За это и любят Range Rover. Неограниченный внедорожный потенциал от автомобиля. Такая мультимедийная система. Это у нас, соответственно, основное меню. Цифровые часы. Информация по климат-контролю отображается. Здесь у нас информация по носителю USB, по телефону. Здесь, соответственно, навигация. Сейчас я, кстати, вот язык забыл переключить. Наверное, думаю, все понятно. Информация по полному приводу. Все-таки давайте, наверное, так, придется изменить язык. Потому что... Так, так, так. Где у нас русский? Вот, русский язык. Меняем. Окей. Так, быстродействие, конечно, иногда раздражает. Потому что... немного с запозданием это дело все происходит, но тем не менее к этому можно адаптироваться, не знаю, привыкнуть. Прям таких существенных претензий нет. Такая навигация, вот так все отображается. Полный привод, система Terrain Response, здесь такой кругляш, соответственно, это у нас трава, гравий, снег, программа определенная, грязь, колея и песок. Вот, в принципе, и все. Вот так все отображается для программы. Замечательно. Можно выставить компас. Вот такая система. Помощь при спуске. Downhill Assist. Hill Descent Control. Она здесь называется. Различные режимы. Управление для телефона. Такой слегка утопленный дисплей. Все затянуто в мягкую кожу. Благородные материалы отделки. Информация по климат-контролю. Автоматический режим. Подогрев сидений, климатическая система, регулировка потока воздуха, соответственно, нажимаете подогрев и, соответственно, здесь вентиляция. Все замечательно работает. Так, вентиляцию нужно выключить вот в таком режиме. Притом температура имеет ход в 0,5 градуса, кондиционер, максимум отдув для кондиционера, рециркуляция. И здесь у нас передний обогрев стекла, задний обогрев стекла, вживленные нити.
8 диапазон автомат, ZF на манер BMW, драйв, спортивный режим, ручное переключение, плюс передача выше и минус передача ниже. В таком режиме все отображается, нейтраль, еще раз на кнопку разблокировки, режим реверс, задняя передача и линии парковки здесь установлены, как видите, они показывают вам правильную траекторию и габарит автомобиля вы прекрасно будете чувствовать. Один раз нажимаете на кнопку P, паркинг. Так все работает. Подстаканника, тема автостарт-стоп, она существенно помогает вам экономить топливо, управление для пневмоподвески, отключение системы динамической стабилизации и электронный стояночный тормоз с функцией автохолд. Чтобы его, соответственно, активировать, нужно потянуть на себя, и чтобы снять, нужно нажать на тормоз. Огромный центральный подлокотник, USB AUX, чтобы соединить свои любимые гаджеты и прослушивать файлы, и, соответственно, розетка. Обе ткани, культовые подлокотники, они так регулируются, очень удобно, раздельные, потом они мягкие. Теперь я предлагаю послушать, наверное, звучание аудиосистемы. Здесь она Meridian, самая крутая, самая желанная. Как звучит? Сейчас закроем стекло. Надеюсь, что микрофон камеры передаст это. Ну, так все замечательно здесь. Деревянные вставки. Все очень благородно, элегантно. Солнечное зеркало заднего вида. С автозатемнением, микрофоны для hands-free, SOS. Здесь у нас сенсорная подсветка. Диоды установлены. Впервые я такое видел на Jaguar. Датчики объема, динамики радиосистемы. Здесь, смотрите, дополнительно еще есть солнцезащитные козырьки. Капитанская командирская посадка, не дать не взять. Здорово. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Где подножки? Где же они? Удобства посадки претензий нет. С точки зрения эргономики здесь все очень хорошо. Детально, до мелочей продумано. Второй ряд сидений. Притом двери открываются на широкий угол, как видите. Королевский внедорожник, двухцветные панели дверей, также динамики аудиосистемы практически везде, стекла, центральный замок, алюминиевые накладки на порогах, сетки, вещевые подушки безопасности, второй ряд сидений имеет систему ISOFIX, регулируемые подголовники. Очень удобно забираться, кстати. Раз, два и все. При моем росте в 188 сантиметров, места в ногах у меня достаточно, над головой тоже. Дополнительно имеется вешалка. Подсветка диодная, боковые подушки безопасности. Здесь прорезиненный такой коврик. Дефлекторы обдува, подогрев сидений, три ступеньки для водителя. Извиняюсь, для задних пассажиров, для второго ряда. Вещевой бокс. Здесь у нас что имеется? Еще один вещевой бокс и розетка небольшая. Итак, подлокотник мягкий, имеется сетка и два подстаканника. Обзорность назад неплохая, очень даже неплохая. Сиденье комфортный, грамотный профиль, наполнение, перфорация.
изысканный интерьер Range Rover Sport. Один из самых лучших, я считаю. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого спортивного автомобиля. Электропривод крышки багажника, безусловно. Здесь у нас кнопочка. Сейчас я ключи оставил в салоне. Все прекрасно работает. Крышка багажника высоко поднимается. Сейчас уже сняли вот эту полку, потому что иногда мешает. Розетка, подсветка, динамики аудиосистемы. Я бы, конечно, заказал еще панорамную крышу. Здесь такие фиксаторы очень удобные. Смотрите, скоро новый Discovery. Выйдет Velar, ждем. Ну и вот Range Rover Sport. Все очень аккуратно, без излишеств. Притом каждый элемент, как видите, обит специальной тканью. Крепление для такелажной сетки. Две удобные ручки, притом имеется диодная подсветка, чтобы закрыть крышку багажника. Вот один раз нажимаете на эту кнопку. Все очень просто. Она довольно шустро закрывается и открывается крышка багажника. Здесь у нас лючок бензобака, дизель. Здесь у нас, видите, что это очень высококачественная кожа. Можно ознакомиться, все почитать. Великолепно. Такие же электрорегулировки со стороны пассажира у нас. Три позиции памяти, центральный замок. Так, сейчас телефон положу сюда. И так. Вот так. Сел аккуратно. Бардачок. Здесь такой с подсветкой. Он еще бит тканью. Держатель для карт имеется. Открывается. Интересно, смотрите. Здорово. Очень много инноваций в этом автомобиле. Решений, которые воплощают дух творчества команды Land Rover. Молодцы. В свое время, если бы BMW не взяли под крыло этот бренд, я думаю, не появились бы X5, X6, X3, X4, X1 кроссоверы, внедорожники. Так, бренд хороший. Очень много опыта уже есть. Особенно внедорожный потенциал. В умелых руках этот автомобиль творит чудеса на бездорожье. Многие считают минусом цену этого автомобиля. Но за уровень персонализации, за уровень оснащения, за опции, за индивидуальность приходится платить, порой приходится много платить, но таков Range Rover. На этом обзор Range Rover Sport 2017 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Всем огромное спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Всем пока!